Фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Полмили. Состав команды гостей. Трое нападающих образуют мощный кулак, готовый сокрушить соперника. Но сделать это будет ой как непросто. Трансляция на ваших экранах. Итальянский футбол высшего уровня. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово. Матч у нас будет ярким, в этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд. Ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная. Смотрим срыв фланги, надежная оборона. На расстановке все именно. Интересно, что футбол в некоторых странах официально запрещен. А вот в штате Юта, в Соединенных Штатах Америки, он разрешен только при условии, что поле расположено не ближе, чем в полутора милях от церкви. Связано это с тем, что штат Юта, как известно, штат мормонов, людей очень набожных и религиозных. Однако для бейсбола, гольфа и американского футбола это расстояние покороче. Всего... Первый тайм начался. Марата. Вот это да! Отлично сыграно. Отличную форму набрал сейчас Пауло Дибала. Хорошую игру он демонстрирует. Я бы на месте защиты уплотнил ряды, потому что этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. Тут ничего опасного. Вратарь тоже так решил и поэтому был максимально спокоен. Марата. Вот это да! Отлично сыграно. Отличную форму набрал сейчас Пауло Дибала. Хорошую игру он демонстрирует. Я бы на месте защиты уплотнил ряды, потому что этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. Тут ничего опасного.